Алексея Викторовича, Лебедева Дениса Михайловича, Михеева Алексея Владимировича, Морозова, Мохова, Мусатова, Наговицына, Опекунова, Орсина, Проценко, Ряхина, Уткина, Фаткина, Федотова, Фурман, Хрусталева, Цветкова и Шигова. Обвиняемых в совершении преступления. Судебное заседание является открытым. Для сведения участвующих лиц, присутствующих в судебном заседании, доводят, что в зале ведется аудиозапись судебного разбирательства на оборудование средств НИДа, одновременно составляется протокол в письменной форме. Судебное разбирательство по настоящему уголовному делу проводится в форме открытого судебного заседания. Сейчас не рекомендую.